Возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Елены Мазанько. На этот раз ее обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального ФСБ. Следствие считает, что Мазанько регулярно заключала контракты со своими знакомыми предпринимателями из Кемеровской области, чтобы те выполняли ремонтные работы для администрации региона. В 2014-м из областной казны выделили сначала 55 миллионов, а потом 31 миллион рублей на капремонт зала совещаний и здания департамента здравоохранения. По версии правоохранителей, Мазанько предложила своим кемеровским знакомым поучаствовать в аукционах. При этом их победа предполагалась, а значит, нарушалось антимонопольное законодательство. Компании-подрядчики друзей Елены Мазанько, по версии следствия, намеренно завышали стоимость ремонтных работ. В итоге бюджету области был нанесен ущерб более чем на 7 миллионов рублей. Напомним, Мазанько задержали в начале июня прошлого года. Тогда ее обвинили в получении взяток на общую сумму 3 миллиона рублей от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов.